У России и Казахстана нет ни одного вопроса, который бы осложнял отношения двух стран. Об этом заявил глава Российской Федерации на встрече с руководителями ведущих мировых новостных агентств на полях Петербургского экономического форума. Отвечая на вопрос казахстанского журналиста, Владимир Путин назвал свои отношения с Касым-Жомартом Токаевым доверительными и дружескими, добавив, что Россия готова поставлять газ на север Казахстана. По его словам, между странами огромная совместная общая граница. Граждане обоих государств дружат друг с другом. Мы с Касым Жомартовичем Ильичем в постоянном контакте с президентом Токаевым. У нас сложились с ним очень добрые, доверительные, дружеские отношения. Северный Казахстан нуждается в наших энергоносителях. Да, Казахстан сам производит, легче получает от нас и дешевле, чем прокладывать там новые маршруты, которые будут стоить миллиарды долларов. Честно говоря, не вижу ни одного вопроса, так, который бы был спорным и который как бы хоть как-то осложнил наши отношения.